Инструменты. Олесь Карам Трахманович, заслуженный агроном Оренбургской области со стажем длиною в жизнь. Диляре Эби, мында ойрым алқышлар. Хар вақыт еш, шибер, самый лучший опека жениха дейлігі. Аплодисменты отдельно. Родная тетя жениха Садыкова Галина. Счастливый пенсионер дейлігін. Но сізге қорап, әсекей дәрсе, 30 ешта пенсияға шығалар ұстады. Так, итак, Салават Хамзиля Сулейманова. Друзья, семьи жениха будет за порядком. Салават Афенде. Зиляфанам счастливая домохозяйка, потому что Салават, когда бдит, очень большую зарплату получает Дига. Иде, Русайт Сега, с микрофона заговорям, и вы знаете, сразу хочется объявить, за самое короткое поздравление у нас подарок. Ну, дорогие дети, мы вас поздравляем, дарим вам сумму 100 тысяч на первоначальный капитал. Штефанде? И без охраны? Штефанде, мы на кирик зале, кить мягас. Эй, там целое отделение, он нервно сидел. Конечно, с такой суммой понервничаешь. Рахматик зар, кить ты голотова. Давай, есть предложение. Эйдем из башта, потом мы тянем из Эйдемес, а потом мы подойдем к молодым. Поздравление от двоюродного дяди из Санкт-Петербурга Акрам Махмутшинович. Аркадий Михайлович, лично. Аркадий Михайлович, Бигзур Рахмат, видео вот сразу, Аркадий Михайлович, Рахмат Бигзур. Кадрли балала, бізден сізге езмі, біз сізіні беке оратамыз, рахатлы болығыз, ұзын ғымырлы болығыз, тегіз ешіңіз. Поздравить, потом пойдем. Да, Или да, да. Йо, Рашка, пойдем, сидя воровки линдес, воровки линдес, вообще, узенько на воровки линдес. Видя дыха. Самый главный, агроном такой, шутный. Точно 100 мегант. Молодец.